Хайоу, ребята, с вами Фибоначчи, мы продолжаем прохождение Gods of Etale. Я... Чё я хотел? Прием заказа. Дайте Силасу тоник. Ну, Силас, мне кажется, все же пошел к себе. Хотя хрен его знает. Но сейчас пойдем глянем. Будем надеяться, что он у себя. А это что, с кем поговорить там? А, да, вон, все, он там, наверху. Или где-то внизу там сидит. Что-то у меня как-то много персонажей стало доступных. Или он не у себя? Если он не у себя, тогда где же мне же его искать тогда? Не, он может он там наверху быть, да? Силас! Так, дверь открыта. Хорошо. Дрыхнет. Спать пошел, правильно? Где наша лестница? Я что-то потерял ее. Вот она. А ну, подъем. Тряпка. Что, нажрался совсем? А, это ты. Вот ты где, я переживал. Я в порядке, лучше о себе подумай. Вот, выпей тоник, а потом поспи. Нельзя спать, приходят сообщения, нужно доставить. Я их доставлю, не переживай. Силус берет бутылку с тоником и выливает ее содержимое где-то около рта. Извините. Дать ему поспать 6 часов. Что можно делать 6 часов? Так, король. Сосуды нет. 5 контрабандит. А! Доказательство командующему. Выследить хозяина. Найти пропавших стражников. Ну вот, я могу тогда направиться к... Где тут его это было? Вот тут. А, достать последнюю эту. А я мог на нее сесть и спуститься на ней? Наверное, мог. Достать последний обол. Так, мне вот туда. Ну да, я сейчас на огород спущусь. Че, пчелы хоть мед-то принесли, не? А? Есть медик? Медик. Да хрен там было. Выходим отсюда. Только выйду я немножко не сюда. А, нормально. Так, погнали. Последний ящик надо открыть. Достать последний обол. И командующего, наверное. Вот сюда. Все, спекся, сдох. Остается совсем ничего, вроде как. Я до сих пор не могу тебя открыть, да? О! Ключ от сундука. Шишка. Шишка и флорины. Эх, я-то думал. Ну ладно, может быть какое-нибудь достижение. А я же не сюда бегу-то. Может быть какое-то достижение, чтобы пооткрывать все их. Мне же вот сюда. Так, ну чё, граждане, товарищи? Вот он. Все. Есть последний. Доложите командующему. Все. Правда, ночью я хрен что доложу ему. И тут я спать тоже не могу. Командующий. Может, он не спит? Давай, шевели копытами своими. Но! Будем надеяться, он не спит. Открой. Поговорить. Сейчас глубокая ночь до утра. Окей. А тут я могу время подождать.
Меню сохранения. А что в меню сохранения? А, не. Так, ладно, сохраним. Мне где-то надо поспать. Почему я не могу поспать, где спят все стражники? Я могу поспать только в дальней башне. Для этого надо переодеваться. Так, я следопыт. Великий следопыт. Мне нужно... А куда мне нужно? Да заткнись ты. Мне нужно на мост. Да отвалите! По приказу командующего. Все, отстаньте. Правда, орел, увидимся, проходи. Ну, да отвалите, а! Блин, я тут вообще крайне неудачно встал. Ну. Вот. Да нет, не туда. Наверх, в общем, надо. Да? О, да, все. Так, ты меня не видел. Да не видел ты меня, отвали ты, блин. О, просто отведи меня в камеру. Нет. Подождите, а где в дальней башне я посплю? Ладно, давай в камеру. Вот тут я могу поспать. Так, до утра. 9 утра. Как раз сейчас я добегу до командующего. Тогда сначала к командующему, потом к Силосу. Так, поговорить, иди. Окей, сейчас мы ему доложим. О мерзких предателях, контрабандистах. А, Скаф, что там у тебя? Сэр, я раскрыл каждого из 5 контрабандистов. Понятно. Вы показываете командующую 5 потрепанных оболов, каждый с именем одного из контрабандистов. Прекрасная работа, Скаф. Их арестуют, допросят и казнят еще до конца недели. Так, командующий передает вам подписанные и запечатанные приказы. Отнеси это кузнецу, будь добр, ты уже знаешь, что надо делать. Сэр, я узнал, кто прячется под кличкой хозяин. Вот как? И кто же он? Это не он, сэр. Вы передаете командующему учетную книгу. Он открывает ее страницы и перелистывает страницы. А Мареция? Поверить не могу, но все это написано ее рукой. Благодарю тебя, Скаф. Дальше я с этим сам разберусь. Так, командующий предвигает к вам запечатанные приказы для кузнеца. Вот возьми, помогу тебе хотя бы так. Все, мне пора идти, конечно, конечно. Так, тогда уж сначала кузнецу отдадим, может он сейчас опять с меня доспехи поснимает, скажет, давай-ка, чтобы я, ты вообще в них быстро-быстро бегал. Но это будет прикольно. Стой, стой, отлично, успел я пробежать. Все, и потом останется, да, в катакомбы. Хотя хрен его знает, что пока там делать. Ролла, здорово. Так. Ой, Ролла, у меня для вас приказ от командующего. Да ну, он сказал, дальше я разберусь. Ох, да. Когда-нибудь я с ним сам разберусь. Кузнец берет бумаги, ломает печать, читает. Ладно, значит, я могу либо поработать над твоими доспехами, либо рассказать про ловушки на пауков. Выбирай. Давай ловушки. Ну, могу объяснить тебе, как увидеть ловушку, чтобы самому в нее не попасть. Да, пожалуйста, расскажите. Кузнец рассказывает вам, как он обнаруживает ловушки. Есть еще какие-нибудь сюрпризы от командующего? Да, если у вас есть время. Ладно, продолжай. Что вы еще можете рассказать о ловушках? Смотри, расскажу тебе, как взвести ловушку. Пружина там хитрая, но есть один способ. Может пригодиться, если у тебя паук на хвосте.
Да, расскажите. Кузнец рассказывает, как взводить ловушки. Всесторонняя подготовка. Ой, ачивочку получили. Что ж, значит, мы закончили. Я могу тебе еще чем-то помочь? Нет? Спасибо. Так. Ну и что у нас сейчас будет тут происходить? Это, получается, навыки, да? Все, все навыки открыты. Класс. Ну, блин, если бы доспехи, да, сейчас бы я вообще в них летал бы. Просто, наверное, летал бы. Можно было бы их вообще не снимать. Отвали. Так, ну, возводить ловушки тоже классно. Так, переодевайся. Я следопит. И бежим. Так, ты меня не видел. Не видел, не видел, не видел, не видел. Все, хорошо. Так, надеюсь, он отрезвел и в своем уме. Да ладно, дрыхнет еще, что ли? Силас, а ну подъем. Опять сидит. Тила, доброе утро. Тила, как ты себя чувствуешь? Ужасно. Я так не напивался с тех пор, как... это ты сделал тоник? Он помог? Учитывая, как мне плохо сейчас, могу себе только представить, каково мне было бы без него. Премного благодарен. Я приглядывал за твоими вестовиками. Думаю, ты им понравился. Прости, мне пора. Тила, в столовой я сказал то, что не следовало. Тила, почему ты так с собой поступаешь? У каждой твари имя неспроста. Это песенная... Уверен, ты знаешь. Пожалуйста, спой ее мне. Ладно. Ну, пропустим. Ее мы уже пели не раз. Ха, твоя версия скромнее, чем та, что я знаю. У меня в деревне ее пели дети, и тогда мне казалось, что это смешно. Мне нравилось, как зарифмованы слова. Тогда я не понимал, что они пели ее именно мне, пока моя Ама не прогнала их палкой. Ама, значит? Да. Тебя воспитали мыши? Да. А твои настоящие родители, что с ними случилось? О, я часто думаю о них. Кто они? Что стало с ними? Ама, может, ее шерсть и стала уже сидеть? А память была не такой, как прежде, но она рассказала мне все, что смогла. Но все-таки... Этого было мало. А затем, в этот день, когда я уезжал в Юву... Силас раскрывает ладонь, в ней лежит серебряное кольцо с изящным узором, которое он показывал вам возле жаровни. Ама дала мне это серебряное кольцо. Это от твоей настоящей матери, сказала она. Наверное, твоей Аме было тяжело такое сказать. Это кольцо принадлежало твоей матери? Она отдала его Аме, чтобы помочь оплатить мое содержание, но та не захотела расставаться с ним. Я был очень зол на нее за то, что она скрывала от меня кольцо. Мне следовало догадаться, что так было нужно ради моего же блага. Не понимаю, как первое кольцо привело тебя сюда. Это не оно. За несколько месяцев до моего увольнения из крысиной гвардии я нашел второе серебряное кольцо. А потом ты нашел новые кольца... То, которое украли Гаста и Фаталь. Теперь у меня их 8. 8 колец. И этот серебряный тубус. Тот тубус-головоломка, что ты нашел внутри? Послание. От моего отца. Крыс дает вам хрупкий от старости пергаментный свиток. Вот, читай. Да книги, блин. Молитвенный свиток. Владыка Саламандр, я приношу тебе это кольцо, наследие благородных древних королей. Прими же эту дань за твою благодать и как обет возвращения, который я сегодня принял. Хранитель пламени, страж утраченной надежды, надели меня смелостью сражаться и силой победить. За мое королевство, за мой род, за мою истинную любовь, Бриндис и моего первородного сына Силаса. Р. Ролла. Ну, Тила, что скажешь? Это послание, оно от твоего отца? Да. Это молитва? Да, герою Дуинлану. Я не понимаю, ты хочешь сказать «да»?
Моим отцом был Родрик, последний крысиный король. Ха, но я почти угадал. Ты сын Родрика? Ну, значит, ты принц? Нет, это значит, что я сын труса. Так вот, почему ты напился. А ты бы не напился? История Силуса зажигает внутри вас какую-то искру. Вы напеваете под нос первой ноты новой песни. Баллада о принце-сироте. Да уж, хватит обо мне, тебе не кажется? Как дела у тебя? Силус, меры не было на корабле. Да ты что такое говоришь? Да, ты что-то такое говорил в столовой. Ты знаешь имя мыши, которая заняла ее место? Фара. Мера отдала свое место мыши по имени Фара. А фамилию ты не знаешь? Нет, но у нее есть сын по имени Тем. Темлин, это поможет? Нет, этого недостаточно. Я не могу отправить вестовика, не указав полного имени. Иначе в Юве начнут задавать вопросы. А на каком корабле должна была быть та мышь? Ты знаешь, как он называется? Из порта Скарн. Вот, она была на Крискелане, вышедшем из порта Скарн. Крискелан? Тила, ты не мог бы принести мне журнал? Он внизу, на столе. Твой журнал? Зачем? Рано пока говорить, просто принеси. А, ну тут внизу должен быть. Ну, я его, наверное, уже взял. Когда-то, нет? В ящике, да? Пусто. Внизу на столе. Так, походу, журнал у меня уже. Ну-ка. А, сервант. Все, больше ничего тут. Так. Туда я не, по-моему, не лазил. Бутылка! Прикольно. Как дела, мышь? Вот твой журнал. Так, посмотрим. Сигнальщик открывает журнал и ведет пальцем вниз по страницам. Вот часть новостной рассылки получена 13-го... А 13-е уже прошло? Тюремный транспорт пришел сюда 12-го. Тила. Сообщается, что Крискелан пропал в плаще Переклава. Я этому не верю. Не могу поверить. Прочитать все сообщение? Да, пожалуйста, мне нужно знать. Слушай. 12 числа пропало судно Крискелан с командой из 9 существ. На его борту были различные товары и 27 заключенных. О пропаже заявил начальник порта Арандас. Последним... Судно видел боцман изумрудной лани. 5 портов в Аэли. А, так это ж мы читали. Оно отклонилось от курса и направлялось в плащ Переклава. Таким образом, судно, очевидно, пропало. Тила, я знаю, что ты хочешь... не хочешь этого слышать, но меры больше нет. Ты этого не знаешь, она... Что если она доплыла до берега? Там ледяная вода, Тила, и коварные течения. Даже ваэлийская лягушка продержалась бы не больше пары минут. А может... Может, ее подобрал проходящий корабль? Сомневаюсь, что там видно дальше, чем на несколько футов. Ни один капитан не рискнет провести спасательную операцию. А пираты? Может, они ее похитили? Тила, пожалуйста, хватит. Послушай меня. В жизни все не так, как в твоих историях. Я просто... Тила... Мне жаль. Даже если она жива, мы не знаем, где ее теперь искать. С тем же успехом можно спросить Сороку. Для Сорок знание — это наивысшая ценность, служащая одновременно и товаром, и валютой. Каждый фрагмент собранной информации тщательно оценивается на предмет его относительной стоимости. Слухи, небылицы и даже выдумки — все имеет определенную ценность. На самом деле, слухи порой приносят наибольшую прибыль. Эти грубые фрагменты информации можно отполировать и перепродать по более высокой цене. Даже одно слово... Где я читал? Так. Даже одно слово может оказаться очень дорогим и нужным в нужном контексте. Некоторые сороки добывают для продажи необработанную информацию, тогда как другие разбивают отдельные предложения на более ценные части и перепродают в таком виде. Последних коллеги по ремеслу именуют не иначе, как лжецами. По всеобщему убеждению, сороки – хранители абсолютной истины, посему их знания ценятся крайне высоко. Совет этих птиц стоит так дорого, что его могут позволить себе только главы государств и дворяне.
Мне надо... Понятно, мне надо костюм дособирать. Я, кажется, знаю, где найти сороку. Сороку? Тебе что, жить надоело? Кроме того, сороки говорят только со знатью и королями. После войны зеленого пламени благородных мышей лишили титулов, а их земли конфисковали, поскольку у мышей не было ни короля, ни богатств. Ни одна сорока не общалась с ними на протяжении многих поколений. Все остальные для них еда. Возможно, но какой у меня выбор? Сорока и король. Собери наряд, достойный короля. Тогда держи. Сила сдает вам алую мантию, вышитую золотом и мелким бисером. Блин, ты раньше не мог дать? Подарок от моего отца. Невероятно. Где ты это нашел? В свертке, что ты принес из гробницы. Надеюсь, король из тебя выйдет лучше, чем из него. Так, 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 так. Ну с тобой все, да, Тила? Что случилось? Испугался? Узнать насчет твоих настоящих родителей, непонятно насчет колец, по поводу отца, но это перечитать. Так, важно, надо идти. И, а если я буду королем, стражники как со мной будут общаться? Опс. А сейчас и проверим на одном из них. Одежда. Я истинный король. Костюмы. Так, 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 так. Слава благородному древнему королю. Вот так вот. Хе. Такой ставил в натуре. Бородат как влитая. Вошла ему. Где ты? Эй. Ты меня будешь уважать, ты понял? Что? Что, какой загорается? Зеленый? О, красный, черт. Туда переодеваемся. И чё, мне в катакомбы? Мне в катакомбы, да. Блин, они крысы тупые, не уважают своего короля. Нет, сюда не нужно. Вот сюда. И тут налево. И тут направо. Вот сюда. Двигайся. А чё тебя не арестовали, ты? И чё вообще остается у меня? У-у-у. Сосуды. И отряд. Все в катакомбах. Все. А где главный квест? А, сорока и король. Обратитесь, да, обратитесь к сороке. Отлично, мне разочек вниз. Мне разочек вниз. Шишек, по-моему, дохренища у меня. И сосудов там насобирать. Так, ну можно это. Можно как раз в короля и переодеваться сразу. Вот так. Так, ну, по прямой, да? Да, по прямой, наверное, проще всего. Катакомбы. Надо бы еще посматривать тут по сторонам насчет... Нет, не направо, по-моему, налево. Где-то там должна быть О, вот, мне сюда. Так. Урна. Не, урна не нужна мне. Она должна так открыть, по-моему, да? Опачки. А, ловушку взвести. А! Вот это у меня мышка сейчас дернулась. Сейчас, сейчас бы я улетел. О, а тут-то я как открыл? А, подождите. Сорока-то была тут. Я их все могу... А, лестница, кстати. А, вот и сорока. Подождите, она же там где-то сидела. Кто это приближается во тьме? Сорока, я... Склони голову, сорока, это место... Это место почтило своим присутствием королевская особа. Короля? Ваше Величество, какая честь! Меня зовут Равик. Я наследница Миглары и дочь Элгримы. Миглары?
В мифологии сорок Меглара представлена великой крылатой созидательницей. Говорят, она создала небо, поднебесье и всех живущих там существ, просто произнося их название. Стоило Мингларе лишь вымолвить что-то, как это тут же становилось истиной. Неудивительно, что сороки очень ценят устное слово и так презирают ложь. Я король Соук. Король Соук не ловимый, чье имя известно всем, но чье лицо сложно узреть. Король Соук загадочный, о котором известны лишь небылицы. Король Соук неописуемый, чье величие не выразить словами. Значит, ты слышал? А, он самый, и мне нужен твой совет. Для меня будет честью дать его вам, ваше величество. Но могу ли я прежде попросить вас снять абажур с гиблого огня, дабы осветить зал? Гиблыми огнями называют языки синего холодного пламени, горящего без какого-либо топлива. Это мы читали. Осветить зал? Зачем? Как я могу отказать сороке? Ответь на мои вопросы, и я помогу тебе. Простите, ваше величество, но здесь так темно. Я едва вижу перья кодекса. У всех птиц есть разные типы перьев, в случае различным целям. Маховые для полета, пух для сохранения тепла, жесткие перья для защиты и так далее. Но только сороки обладают перьями кодекса, скрытыми под крыльями. Упорядоченные особым образом, они служат мнемонической системой, позволяющей хранить и воспроизводить большие объемы информации. Каждая сорока должна тщательно оберегать кодекс, ведь в нем содержатся знания ее предков, формирующие историю всего сущего. Как я могу отказать сороке? Сир, вы воистину добры. И она улетела. А, она просто туда ушла. Так, хорошо. Что надо тебе осветить? Но они и так светятся-то. Так они светятся все, ты. Шкура. Можешь все двери открыть. А то что они закрытые? Могу себе позволить. Вот и открою. Все, все двери открыты. Так. Подождите, что она мне сказала? Снимите абажур с гиблого огня. Только сорока может знать, где сейчас находится мера. Но сороки говорят только с королями. Вы собрали наряд достойный короля. Вы обратились к сороке, притворившись королем. Но в темноте она не может рассмотреть ваше величество. Снимите абажур с гиблого огня. А, вот это что наверху? А может чем-то швырнуть? Да. О, какое великолепие! Надеюсь, свет тебя устраивает, мудрая сорока? О, вы на многое пролили свет, ваше величество. Я очень счастлива увидеть, наконец, ваше величество. Скажите, у вас на короне алмазы или сапфиры? Сапфиры. А пуговицы на вашем платье из серебра или белого золота? Из белого золота, конечно. Я таких чудес и представить себе не могла. Но вот что странно, я слышала, ваше величество лишились хвоста в сражении на Лейских песках. Знаменитое сражение на Лейских песках остается одним из самых беспорядочных, запутанных и малоприятных военных конфликтов в новейшей истории, хотя формально представляет собой лишь розовое столкновение двух армий. Все началось во время официального подписания мирного договора между Сальёрскими хорьками и Тривскими рыцарями-землеройками. Говорят, крайне воздержанные рыцари вышли из себя, когда Сальёрский посол не смог сдержать смех, увидев, как расчихался Тривский старейшина из-за мелкого песка, которым славится Лей. К сожалению, мы можем никогда не узнать, как все было на самом деле, так как министрели обеих сторон, неожиданно нарушив этикет своей гильдии, попросили инструменты и бросились в драку, из-за чего и возникли сильные расхождения в описаниях сражений. Его нашли после боя и снова пришили. Тогда вы, наверное, знаете доктора Порокуса. Как у него дела?
Доктор Паракус был очевидцем сражения на Лейских песках, хотя и не участвовал в нем лично. Он прославился тем, что ему якобы удалось пришить хвост королю хорьков Соуку, или это был король Нор. Сведения о том сражении противоречивы. На тот момент в отношении доктора уже проводилась проверка, поводом для которой послужили отвратительные особенности его практики, а именно незаконные эксперименты на трупах, еще не ставших трупами. Именно поэтому работу Паракуса стали называть не иначе, как порочной практикой. А, все по-старому. Значит, все еще мертв? А теперь, мышь, скажи мне, как тебя зовут на самом деле? Я бы хотела знать, кого ем. Что? Ты смеешь посягать на жизнь короля? О каком короле речь? Короле лжи? Короле глупцов? Но вы дали слово. Ты притворился королем, а я притворилась, что даю слово. Простите меня, мне нужна ваша помощь. Поэтому ты решил, что самым мудрым решением будет обмануть Сороку? Сороки мыши. После войны и зеленого... лишили титулов, но это мы прочитали. Ты или дурак, или вор. Я не вор. Ты пытался получить знания, которые тебе не принадлежат. Это тоже читали. Но ты не трус. Меня зовут Тила, госпожа. Тила? Ученик Льюлина? Вы знаете мастера Льюлина? Конечно, он король среди менестрелей. А менестрели важнее любых королей. Опять знание? Спой что-нибудь, песню, которую я еще не слышала, имеющую историческую ценность. И, возможно, я подарю тебе жизнь. Дева не желает петь, прелестная бутылочка. А вот которую он сейчас начал писать про принца-сироту. Эту мы еще не пели. Сыграй всех, вот и ачивочка. Он с севера шел, поднимался к вершине. В вопросах извечных искал он тщетно суть. Он снова напомнил судьбе свое имя. И принц-сирота домой держит путь. Его приемная мать, свято веря в удачу, свою лудку из камня ему положила с собой. Свет любви материнской луны светит ярче, и принц-сирота держит путь домой. На озере волны ревут и шумят, плачут призраки, кольца блестят серебром. Перед ним стены замка трусливо дрожат. Перед сыном мышей, перед крыс королем. Принц-сирота? Что еще ты знаешь о нем? Его зовут Силас. Силас? Интересно. Расскажи еще. Его вырастили мыши. Мыши? Любопытно. Давай. Он прячет в подземелье большое богатство. У него есть набор серебряных колец, оставленных отцом. Хвостовые кольца древних крысиных королей. Хорошо, менестрель, можешь идти. Подожди, сорока, пожалуйста, я пришел просить вас о помощи. Я подарила тебе жизнь, разве этого мало? Великая сорока, пожалуйста, мне нужно задать вам вопрос. Мне кажется, я тебе больше ничего не должна. Разве я не проявил к вам должного уважения? Притворившись королем, ты пытался меня обмануть. Разве я не заплатил правдой за ложь? Ты просто спел мне песню, а я пощадила тебя. Но, возможно, мы все же можем заключить сделку. Я была здесь только однажды, еще птенцом, и за прошедшие годы туннели, похоже, сузились. Я хочу исследовать нижний зал, но проход туда уменьшился еще сильнее, чем остальные. Мне кажется, ты мог бы побывать там вместо меня.
А что вы хотите найти в нижнем зале? Помню, я видела там гобелен, на котором изображены сороки Великой Битвы. Принеси мне его. Я хочу снова увидеть его своими глазами. Вы уверены? Я уже обследовал это место и не видел там никаких сорок. Значит, тебе нужно спуститься глубже. Садись на гиблый огонь и спускайся в нижний зал. Принеси мне оттуда гобелен с сорокой. Сесть на гиблый огонь? Ну я ж сгорю. Мышь, тебе, как и мне, отлично известно, что гиблый огонь холодный. Ваше... О, новый левел. Садись на гиблый огонь, чё? Уп. Офигеть! Так, ну мне надо переодеваться, скорее всего. Куда-то что-то надо швырнуть. О, какой вид стал. Классный. А, ладно, будем королем бегать. Раз, гобелен. Эй. Так, может бутылочку? Давай-ка бери-ка бутылочку. А, ну вон там колесо какое-то, да? Ну-ка. Эй! Или что, я должен вниз спрыгнуть? Как-то надо вот эту отпустить затворку. А там нет никаких пауков. Вон же сидит, да? Да, паук там сидит. А я вот по этой штучке могу пройти. А, вон. Во! Только она меня сейчас раздавит. На! Но она и так меня раздавила. И куда я попав? Вот сюда я попав. Так, и надо тут это... Урночки сейчас искать. Твари! Шли нахер отсюда. Всех поубиваю. Ой, вот тут можно, наверное, сохранить. Эй, ну давай, не бойся. Бутылку только зря выкинул. Так, выползай. Мама! Ой, их там двое. Их там, походу, трое. Так, ну ладно, у меня есть шишка. Шишку взял? Взял. Урна Дуинлан. Одну нашли. А, все, Дуинлан собрано. Остались две хайта. Как бы в него попасть? На. О, я попал. А, я не попал. Тогда будем метаться бутылками. Это ты что кинул? О, еще одну шишку? Придурок. Так. Все, пора бежать. Ага. Хорошо. Хорошо. Вот так, разочек швырнуть в него, да? И сразу выбрать эти бомбочки. Минус один. Они вот сюда, наверное, не залезут. Рычаг от знамени. О, это сейчас придется гадать. Не-не-не-не-не-не. Не тот. Ты тупой паук. Ты всего лишь тупой паук. Во, вот это я понимаю урон. Ну чё, сможешь залезть, хочешь сказать? Да ладно, не сгорел-то, а палку. Куда? Куда? На. Чё, мимо? Ну как? Палкой урон вообще не наносится.
Ну куда ты все палки покидал, дурень? Блин. Незадача. О! Есть капкан. А как его сделать? И что, у меня даже бутылки нет, да? Ну да. Так. Флорины, забирайте. Шишка в руке? Нет. Бери. Убей уже его. На. Все, минус. Вот, что надо сделать? Надо его заманить. Давай, ползи, ползи, скотина. Сдохни, скотина. Все, ты покойник. Арахнофобия, достижение. Отлично. Так. Взвести. А был стражник. О, последний стражник. Изи. А вот и шишки. Так, а... Скелет. Еще скелет. Кто это? Че это? Это на ящерке кто-то. Где сорока-то? Вот она, сорока. Вот этот надо мне. Туда. И поднять. А ты? Оу. Оу. Фонарь пуст. Потрясающе. Так, тут какой-то типа что-то типа лабиринта. Нет, тут не тип лабиринта, они просто все открываются изнутри, да? Ну да. Здесь закрыто. Отсюда я пришел. А, во. Не-не-не, туда нельзя. Но все равно лучше их все пооткрывать. Ну вот, собственно, тупик. Но там еще одна дверь была, куда я мог пройти. Где, типа, мне писалось, что, типа, веса недостаточно. Открывай давай. Вот. Тут-то я не был. Давай свечки. Так, туман мне ничего не дает. Туда нельзя. Туда можно, но там и ничего нет. Вот и зачем? Зачем? Зачем мне сюда? Ну не может быть тут просто пусто. Значит, может быть. Так, все, у нас там сорока. И возвращаемся наверх. Свечку погаси. Возвращаемся наверх к сороке. Вон, там же еще одна дверь была. Куда мне надо пройти? Вот и знамя. Ну что скажешь, Равик? Да, это тот гобелен, который я искала. Но это сорока, что она делает? Это сорока, но на ней что, седло? Седло? Для кого? Рядом с этим гобеленом был еще один с изображением благородной крысы. Понятно. Сорока хватает гобелен когтями. Никому ни слова об этом, мышь. Я сделал все, что вы просили. Это так. Итак, мышь, ты можешь задать мне один вопрос, только один. Где сейчас Мера?
Кто? Мера, моя жена. Моя жена Мера танцовщица. Танцовщица? Ты не хочешь спросить меня о чем-нибудь другом? Может, о восстании на севере? Небольшой гарнизон Красной Лапы, размещенный в крепости Большой Берхем на севере Муридеи, был недавно стерт с лица земли в ходе протестов местного мышиного населения. Беспорядки начались после гибели в тюрьме мыши, арестованной за оскорбление члена Крысиной гвардии. Позже выяснилось, что покойную мышь звали Пшолт, и обвиняемый отнюдь не оскорблял гвардейца, а лишь повторял ему свое имя. Ха-ха, пшел ты, говорит, пшел ты. Организаторами протестов были объявлены сыны Аспера. Воспользовавшись этим, власти приступили к задержанию всех мышей, подозреваемых в поддержке этого движения. Вы о Большом Берхеме? Я уже знаю об этом. Да? А ведь я могла бы рассказать тебе, как звезды были вышиты на небесной ткани, или открыть тайны мироздания. Я хочу знать только то, о чем вас спросил. Я могу рассказать тебе, как делать золото из свинца, или пересказать последние слова короля Радгара. Расскажите мне о Мере. Ладно, тогда я должна посоветоваться с Мегларой. Представлена великой крылатой созидательницей. Говорят, она создала небо, но это мы тоже читали. Равик закрывает глаза и расправляет крылья во всю ширь. Наступает мгновение абсолютной тишины, которая кажется вечностью. Затем сорока начинает говорить, и ее голос звучит так четко, будто иных звуков никогда и не было на свете. Ты должен отправиться на остров Переклав. То, что ты ищешь, ждет тебя там. Переклав. Тема множества эпических поэм и песен, рисующих яркий, хотя и зачастую противоречивый образ затерянной башни. Они говорят, что она возвышалась в центре бескрайней равнины и служила мостом между землей и небом, в то время как другие описывают Переклав как остров посреди огромного озера, пронзенный неким черным осколком. Тем не менее, большинство историков согласны с тем, что Переклав когда-то был центром науки и открытий для всех просвещенных существ, превосходившим даже Великую Кимскую библиотеку, а также местом, где в ходе войны зеленого пламени стали насмерть армии живых. Тем не менее, истинная природа этого места до сих пор остается тайной для представителей всех наук, в связи с чем некоторые ученые предполагают, что Переклав лишь выдумка, собирательный образ отдельных территорий, сыгравших важную роль в войне. Как бы там ни было, тень Переклавской башни до сих пор давлеет над нами. Переклав? Корабль Меры пропал в плаще Переклава. Верно. Значит, затерянный остров Переклав действительно существует? Затерянный? Он по-прежнему там, где всегда и был. И он реален, я тебе гарантирую. Я там родилась, на руинах огромной башни. То же самое. Значит, мне нужно на Переклав. Чтобы добраться туда, понадобится корабль и толика удачи. А также карта течений. Удача мне понадобится уже для того, чтобы найти карты. У подножия этой скалы на пустынном берегу ты найдешь шлюпку примерно твоего размера. А как же карты? Я не могу помочь тебе в поисках дороги. Мне известны лишь небесные течения. Озеро же царство пиратов и лягушек. Ну, понятно. Про лягушек мы тоже читали. А может и пиратов лягушек? Такие мне тоже встречались. Мы еще встретимся? Ты должен мне прекрасную историю о приключениях. Однажды я прилечу за ней. Скажу тебе еще один секрет. Ты храбрый мышонок, Министрель Тила. Я почти рада, что не съела тебя. Прощай. Взмахну крыльями, сорока исчезает. Ну, я так-то тоже рад, что ты меня не съела. А теперь... Где был этот путь? Нет, тут у нас Дуинлан. Вот, сюда. Да, вот мне тут веса не хватало. Ну, блин. Так. А, так он же сделал доспехи полегче. И сразу прикол в том, что тут нету этой херни, блин, которая мне нужна.
утяжелители этого. О! Ха! А теперь я просто тут могу пройти. А раньше мог? Или подождите, я тут уже бегал, да? И куда я отсюда выхожу? Так, а где урны? Где урны Хайта? Ну, на самом деле, не знаю, надо ли, не надо ли помогать этой Дуинлан. Урны эти. Ничего страшного не произойдет, если я один квест не выполню. Ну, я прибежал обратно в катакомбы. Просто я сейчас через другой путь выйду, да? А я, по-моему, тут уже выходил. Нету. Ничего нет. Или не выходил, что-то я не помню. Вот урна. Тяжелая. А! Это вообще выход. Тогда все, все ясно. Все ясно, все понятно. Мне нужна лодка, ну тогда что, тогда в гавань? Не, мне же надо к этому. Мне же еще надо... сбегать командующему. Я хрен знает, где урны искать. Я катакомбы все бежал уже и не раз. Потому что я там спецом бегал. И искал... может, как-то можно где-то пройти и так далее. Ну что ж, я думаю, у нас остается, возможно, последняя серия, ребята. Продолжим мы уже в следующем выпуске. А если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить последний выпуск. С вами был Фибоначчи, и пока-пока.